Спортивная новость с пометкой «Супер». Самый именитый северодвинский спринтер Дмитрий Фалев выиграл еще одну награду чемпионата России по легкой атлетике. На 200-метровой дистанции в московском манеже ЦСКА наш атлет финишировал третьим с результатом 21:42. Мастер спорта, победитель Кубка России и многократный призер чемпионатов страны положил в свою личную копилку еще одну награду. Дмитрию в апреле исполнится 35 лет. И в рамках легкой атлетики он уже ветеран. Но Фалев на своем примере доказывает, что никаких рамок не существует. Его долгая спортивная карьера тому главный пример. В финальный забег Дмитрий попал с 4-м результатом и бежал по неудобной 6-й дорожке. Но все же выдержал предложенный темп и финишировал третьим. Поздравляем нашего чемпиона!